Привет всем зрителям моего канала. В этом видео я покажу вам монету, посвященную 50-летию Big Mac, реакцию продавцов Макдональдс на новые монеты Украины и, внимание, покажу, как в Макдональдс реагируют на гривны старого образца, которые вышли из обихода. Досмотрите это видео до конца, там сюрприз. Друзья, определить ценную монету, которая попалась вам на сдачу, а новости про выход новых монет или банкнот, конкурсы и розыгрыши ценных монет – все это есть в нашей группе в Telegram. Подпишись и будь в курсе. Ссылка в описании. Ну что, пойдем сходим. Макдональдс. Макдональдс. С днем рождения. Сегодня, 2 августа, Биг Маку исполняется 50 лет. И Макдональдс отмечает вот этот юбилей очень интересно. Специально к этой дате выпущено более 6 миллионов монет, так называемых Маккоин. На один Макдональдс у нас в городе примерно выделили от 150 до 200 монет. Монеты очень красивые, золотого цвета. Конечно, было бы здорово, если бы существовала настоящая золотая монета, но и так довольно интересная акция и прикольная. Получить такую монету можно было, заказав сегодня Big Mac. Эту монету можно оставить себе как сувенир или до конца года обменять ее на Big Mac в более чем в 50 странах мира. На самом деле для меня Макдональдс — это не просто место, где можно вкусно и быстро поесть, потому что у них идеальные отлаженные бизнес-процессы. Это уровень сервиса, к которому должны стремиться любые бизнесы в Украине. Когда я в апреле записывал видео про выход новых монет, в Макдональдс они единственные брали их без вопросов и каких-либо отказов. А 10 что гривен. Это такое? 10 гривен новые. Каких? В смысле, каких? Да, украинских. Вы новости не смотрите. Не, мы такое не берем. Не возьмете? Нет. Как я это? Не знаю, что это вообще такое. Да. Серьезно? Я первый раз их вижу сегодня. Считайте, что у вас джекпот. Выглядят они очень красиво. И в новом эксперименте с гривнями старых образцов Макдональдс на высшем уровне. Давайте смотреть, как это было. Только старая. Оу, я такое не умею принимать. Чего? Нет, не возьму, извините. У вас все 10. Такие? Да, давай. Я вообще не могу, правда, нет. Чего? Я потом их в банк просто никак не сдам. Да, кому-то на сдачу дадите. Нет. А поновее? Да, ну у меня все такие. Давайте, ну, 5, чтобы небольшая сумма была. А что, вам запретили принимать такие? Не знаю, не видела. Вы никогда их не видели? Жизни не видела. 92-го года. Ну, они в 96-го. Так они уже, наверное, вышли из оборота давным-давно. Так, а что? А мы берем такие деньги? Ты будешь? Нет, я не хочу рисковать. Я не хочу рисковать. А что, так ходили такие? Не, ну когда они ходили? Уже не ходят? Там еще это деньги, короче. Первые, наверное, первые. Деньги, они уже не ходят, они уже вообще никак. Вы их никуда не реализуете вообще. Да, это можно просто... Так проклеить где-нибудь. Только так не светилось, двадцатками написано. Нет, двадцатки написаны вот так вот по ней. Я такого не помню. Я не вижу, но если покажете, я посмотрю. Ну такая еще есть. Такие еще эти принимают. Отличные деньги, я тоже не знаю, что они делают. У меня дедушка собирает, я вот ему отдам. Да? Давайте я вам поменяю 10 гривен. Хотите? Давайте. Держите, это ваша сдача. Вот такая вот реакция продавцов из Макдональдса на старые банкноты. Я думаю, они всегда рады деньгам, когда вы приходите, что-то у них покупаете. А еще раз, с днем рождения, Big Mac. Потрясающе красивая монета. Некоторые, я думаю, собрали полную коллекцию. У меня есть одна монета такая. А теперь подпишитесь на канал, поставьте лайк и маленький интерактив для вас. Друзья, так как канал у меня про монеты Украины. Вот такой замечательный фонтан с водой. И вот такая монетка, тоже связанная с темой воды. 10 гривен. Военно-морской флот. Для вас я ее размещу здесь, и вы сможете прийти и ее получить. Кто первый придет, тому и достанется эта монета. Итак, смотрите, где я ее размещаю. То есть у нас вот фонтан, и, собственно, вот здесь вот находится эта монетка.
приходите и забирайте. Красота.